Sony Ericsson W810. Замена шлейфа камеры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Sony Ericsson W810». Шлейф камеры чаще всего выходит из строя по причине неправильного разбора телефона. Шлейф камеры меняется очень просто. Из аппарата извлекается камера. Затем с обратной стороны средней части телефона аккуратно отклеиваем шлейф и снимаем его. Новый шлейф устанавливаем в порядке обратном порядку разбора. Все, шлейф камеры заменен.